Добрый день, вышивальный YouTube. Меня зовут Тамара, и в сегодняшнем видео я хотела показать вам мой новый старт. Это первый старт в этом году, в 2020 году. И решила я начинать с этого сэмплера. Это сэмплер Harmony, гармония. Мне кажется, это правильный перевод. Это сэмплер от Just None и был куплен относительно недавно, то есть во второй половине 2019 года. Это получается, что сэмплер 4 сезонов. Вот такая панелька. И получается, что это зима, весна, лето и осень. Это легкий дизайн, как бы не трудный, но мне было интересно делать эксперимент. То есть я решила вышивать этот сэмплер на протяжении всего года. То есть, когда начинается сезон, вышивать то, что касается сезона. То есть, вот у меня есть январь и февраль, чтобы я вышила зиму. Потом у меня есть 3 месяца, чтобы я вышила весну и так далее. То есть, как бы было бы идеально, если бы я вышила частичку или сезон в начале сезона. Но если не получится, у меня есть как бы... Кроме зимы, у меня есть 3 месяца на каждого. Мне не нравится откладывать работу. Например, если работа легкая и ее можно вышивать быстренько, то я всегда предпочитаю вышивать быстренько. Но в этом случае мне интересно наблюдать за собой, как у меня это получится, чтобы я вышила по сезону и чтобы эта работа как бы у меня длилась почти год. Потому что если я вышью последнюю часть я вышью в сентябре, то октябрь, ноябрь, декабрь у меня как бы уже будут свободные. Эта работа не будет, этот процесс не будет в работе. Поэтому я решила начинать с первого сезона, то есть зима. Я бы начала эту работу немножко позже, потому что сейчас я дошиваю ателье Санта от Jim Shore и Mill Hill. Но дело в том, что у меня в работе сейчас только этот проект. Мне кажется, я немножко подустала, потому что я начала делать ошибки, я начала распарывать. Небольшие части, но я ненавижу распарывать. Поэтому я решила немножко передохнуть и вышивать такой легкий дизайн, то есть вот частичку этого сэмплера. Про материалы. Итак, это получается у нас превью. Вот как выглядит схема сама. Это вот, видишь, даже есть такой сезон. И это как буклет. Вот схема выглядит как буклет. То есть. И да, когда я покупала схему, я говорила вот про этот дизайн, про эту коробочку и дизайн на коробочке. Мне почему-то показалось, что он есть здесь внутри. А его здесь нету. Оказывается, нужно купить... Как бы отдельно есть, продается коробочка, и там есть и эта схема как бы для коробочки. Эта коробочка как бы тоже 4 сезона, тоже такая же тематика. Я, честно, не видела эту коробочку в продаже, но если бы я видела, наверное, не купила бы. Итак, вот это получается, что у нас схема. И материалов, довольно немного материалов. Я, кажется, я даже показала, когда купила этот сэмплер. Во-первых, вышивается он на льне, самом обычном сыром льне, Белфаст, это 32-й каунт от Цвайгард. Сказала уже, что будет длинная панелька. И в наборе, как бы Just None уже давал 4 нитки ручного крошения и вот такой пэк с эмбеллишментами. Сейчас покажу поближе. Вот как это все выглядит. Это самые обычные 4 как бы, мотки, или как их назвать, от шелка Silk and Colors, от Fred Gatherer. Вот, как бы они целые. Наверное, этим и объясняется, что эта схема, это полунабор, даже не знаю, как назвать, он стоит не так дешево. Наверное, из-за этих ниток, потому что эти нитки стоят тоже не дешево. И получается вот 4 цветов ниток для 4 сезонов. Для зимы мне будет нужна вот, нужен будет вот этот цвет. Это Winter Clouds.
зимние облака, получается. Это, наверное, будет осень. Да, это осень. От букей. Осенний букет так и называется. Это будет весна. Spring Sherbet. Вот. И это будет лето у нас. Это Summer Daydreams. Зимние грезы. Наверное, зимние, сори, летние грезы. Видите, даже в названии цвета даже есть сезон. И кроме этого был такой пакетик с embellishment'ом. Это получается 4 подвески, шармики и бисер вот такой. Вот аппетит. Весь бисер аппетит. И получается 4 цвета бисера. И опять белый будет нужен для зимнего сезона и так далее. Я буду этот бисер, наверное, перебирать, или как называется, по цветам. И кроме этого, что они еще советуют или рекомендуют, нужны вот такие DMC перле номер 8, именно в шариках. И опять, вот для зимы мне нужен будет белый цвет, бланк. Потом, получается, для весны будет этот, для лета будет этот, и для зимы будет этот. И все. Получается, что каждый сезон вышивается только двумя цветами. Вот, например, для зимнего сезона мне будет нужен вот только этот. И все. И бисерок, белый бисерок, и все. Минимум. Минимум цветов. И что они еще рекомендуют? Вот этот цвет от DMC для пришивания бисера. Весь бисер, как бы. Весь бисер пришивается этим цветом. И все получается. Так что буду начать этот проект и буду вышивать только вот эту часть, зимнюю часть, и покажу, что получится. Зимний сезон уже вышит, и я хотела вам показать, что получилось. Конечно, вышивается все очень быстро. Вот что у меня есть. Я сказала, что участвовали только эти два цвета. Это Silk and Color. Это шелк. Этот Winter Clouds. Зимние облака. И вот этим шелком вышивалось все. Вот до сюда. Получается, что только надпись. Этот как бы, два бордюра и надпись Winter. Зима. Вышивалась бланк, этот DMC перле номер 8 бланк. А все остальное вышивается этим silk. Если говорить про ниток, потому что про перле, как бы я не могу говорить, это целая бобинка, но вот именно silk Fred Gebrer, то, что было здесь как бы в наборе, я использовала немножко больше, чем половина. Немножко больше получается. Но довольно много осталось. Переходы очень нежные, потому что цвет, сам цвет, вот видите, как он очень такой. Переходы очень нежные, очень красивые. И вышивается все крестиком в две нитки. И только вот эти две снежинки здесь есть немножко бэкстича тоже в две нитки. И все. И уже то, что вышивается DMC это перле, вышивается в одну нитку, конечно, потому что она толще. И, кстати, я первый раз вышивала ниткой DMC перле. Прикольно, потому что первый раз, но не последний, потому что многие сэмплеры от Just None, у них есть именно DMC перле. Вы, наверное, заметили, что здесь нету бисера в этом сезоне. Когда я закончила отшивать все, я хотела приступить к бисеру, но потом быстренько вспомнила, вовремя вспомнила, что я это вышиваю все на пяльцах, и я буду переставлять как бы пяльцы, потому что работа будет вот длинная панель, так я буду переставлять пяльцы, и пока что не могу пришивать бисер, поэтому буду вышивать все, что касается нитками, а потом в конце, когда закончу последний сезон, то есть осенью, я буду пришивать бисер и шармики, и все, работа будет готова. Так что зимняя часть уже выполнена, я буду в коробку все аккуратно
сложить и будет ждать начала весны. Очень надеюсь, что начало марта будет отшит весенние части, эта часть, которая относится к весне. И да, это была очень хорошая, скажем так, отдыхалка, потому что я немножко пришла в себе и опять буду с новыми силами приступать к ателье Санты и дошивать. Дошивать, потому что очень-очень хочу закончить работу. Это все, что я хотела вам показать в этом видео. Это было начало работы и первая часть. Как бы можно делить эту работу, наверное, на 4 части, 4 сезона. И в каком-то весеннем видео, наверное, будет продолжение. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо за ваши комментарии. И увидимся в моих следующих видео. А до тех пор, пока-пока!